Анонс 15 из 16 серии второго сезона сериала «Дельфин». В 15 серии исчезновение Степановны первым обнаруживает Данька. Не застав свою подругу дома, он находит записку, в которой та предупреждает о своих планах и просит, если что-то с ней случится, известить об этом Кораблева. В розысках Степановны Андрею вызывается помочь Инна. Бухтовой посылает Кораблева в порт, где Черневич нашел возможного убийцу Кормчева. В порту он вступает в противоборство с винтом и только чудом остается жив. 16 серия. Увидев труп киллера, Черневич указывает на него, как на убийцу Кормчева. Но Кораблев уверен, настоящий криминальный кукловод жив и как никогда опасен. Между тем Веслович, ведущий свое тайное расследование, становится жертвой аварии. Кораблев обнаруживает у берега старую баржу. Обследуя ее, он делает выводы о возможном пребывании здесь наркоторговцев, о чем сообщает в отделе. Степановна тем временем находится в плену у бандитской группировки. Кораблев уходит в море на ее поиски. Посмотреть заключительные серии вы сможете 8 июня на телеканале НТВ.